Всем большой привет! Готовим сегодня потрясающе вкусный салат с огурцом, тунцом и яйцом. Вкусно, просто быстро отварили яйца. Режем их как хотите, я порежу вот такие на четвертинки. Огурчик на половинку. Берем тунец и добавляем сюда же в салат. Я люблю такой салат на ужин или на завтрак. Очень калорийно, все необходимые белки, жиры. Теперь берем шпинат, листья салата, что хотите. В шпинате много железа. И прям вот так рву руками, чтобы он от ножа не окислялся. И добавляю сюда в салат. Далее заправка. Тут кто как любит. Можно просто заправить бальзамическим соусом. Я же возьму ложку майонеза или сметаны. Вот как хотите. Добавлю сюда немного лимонного сока. Можно добавить черного перчика, кто любит чуть остренькое. И сюда же добавлю чайную ложку французской горчицы. Все перемешиваем. Ну вот смотрите, какая вкуснятина у нас получилась. Это очень вкусно, достаточно сытно и мега полезно. Готовьте. Всем приятного аппетита и всем до новых встреч. Пока!